погода помехой не стала. Джазовый концерт-фестиваль «Самара Open Jazz» собрал на склоне площади славы самарцев и гостей города. Поводов оказалось немало. Это и День города, и столетие российского джаза, и 60-летие джаза самарского. Открыла концерт городская джазовая студия «Движение». Для публики прозвучали две авторские композиции преподавателей Евгения Дементьева и Владимира Воробьева. Ну, а третью композицию мы решили спеть джазовый стандарт, достаточно известный. Называется он «Mercy, Mercy, Mercy». Написал его Джо Завинал. Ну, мы просто хотели, наверное, показать что-то веселое, потому что хотелось бы закончить какой-то финальной классной ноты. Публика, а многие пришли на концерт с детьми, тепло встречала артистов. Это отметил и руководитель трио, российский джазовый пианист Даниил Крамер. Самая храбрая публика на свете – это здесь. Я перед концертом спросил у Даши, у Даниила, я спросил, представляют ли они, например, чтобы итальянская публика вот так вот сидела при холоде под дождем. Большая часть европейцев нет, она бы не выдержала это. Наши... Вот что значит культурно ориентированная страна. Концерт продолжился выступлением российского музыканта, трубача Вадима Эйлин-Крига. Публика супер благодарная, супер отзывчивая. И это, безусловно, одно из составляющих всегда концерта, помимо нашего профессионализма и присутствия. Потому что публика очень важна. Публика что-то отдает нам, а мы это все возвращаем ей. Завершился джазовый концерт-фестиваль «Самара Open Jazz» выступлением Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Помимо маэстро, на сцену вышел Олег Аккуратов, российский пианист, джазовый импровизатор и певец, который с рождения страдает полной слепотой. Но его абсолютный слух и музыкальная память позволили сделать Аккуратову блестящую карьеру джазового исполнителя. По словам Игоря Бутмана, импровизация выступления заключается не только в оригинальной подаче джазовых композиций, но и в подборке номеров. Вы же чувствуете, как мы сегодня играли, а это происходит только благодаря публики, которая слушает, аплодирует и много-много часов уже отсидев, послушав замечательных артистов, все-таки осталась нам верна и дослушала все до конца. Конечно, мы играли с большим воодушевлением, но, как обычно, в Самаре мы и выступаем. Виктория Шара и Константин Головин. События.